Войска США прорываются в город. Вторжение полным ходом. Идем на север. Следи за своими гражданскими. Везде пехота. Оставаться в укрытии. Выбирай маршрут сам. Если разделимся, не волнуйся. Я за Нарьемой. Выходи по сигналу. На балконе! Справа! Солдат. Только не говори, что его убил этот сраный жертвест. Только не это! Нарьего. Нет, пацан. Мы все пешки. Тут полная жопа! До вторжения было не сильно лучше. Осталось пара кварталов. Хадсон, проклятие. Черт его знает, что со связью творится, Вудс. Не переживай, Мейсон, техники вечно лажают. Что это слышишь? Слышу. Она серьезно ранена, Мейсон. Надо бежать за ним!
Помогите! На помощь! Хочу узнать наверняка, пока не привлекли поддержку с воздуха! С этой минуты тебе даже дышать запрещено без моего разрешения! Иди в жопу! В жопу? Мы только что оттуда. Уходи! Готовится вертолетный удар! Давай, уходим! Ладно, контрольный пункт впереди. Отлично! Жду не дождусь, когда передам этого козла кому-нибудь другому. Да! Мейсон. Хадсон, где тебя черти носили? Вы на контрольном пункте. Господа, ваш транспорт вас ждет. Сюда, сэр. Ценный груз все еще у тебя? Да. Так что это за цель Нексус такая? Что может быть важнее объекта Лжепророк? Просто доверься мне, Мейсон. Ты должен. Конец связи. Да, порой я сомневался в приказах. За свой отряд надо отвечать, за всех ребят до одного. Так точно, Фрэнк. Только все не так. Командование в жопе. Я солдат. Я получаю приказы и выполняю их. Вот, вы на позиции. Мейсон уже на позиции. Перехожу на крышу южного здания. На крышу западного здания. Отсюда отвечает зор двора. Сраная связь. Сюда. Все готово. Никто не должен знать, что я его предал. Его? Хадсон, цель Нексус — это кто? Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус — это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Они выводят эту мразь. Вижу объект. Покончи с этим, Вудс! Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус — это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Они выводят эту мразь! Вижу объект. Покончи с этим, Вудс. Что это у тебя такая рожа довольная? Что за хрень тут творится? Что тут происходит? Нет! Нет! Мейсон, дурак. Ах ты сволочь! Черт! Менендес! А!
Алекс Мейсон, твой лучший друг, погиб от твоей руки. Ты понимаешь, почему? Он собирался убить Дэвида. Потому что ты должен страдать, как страдал я! А теперь умрет еще один. Ты, Вудс. Или Дэвид. Решай, или через 10 секунд погибнете все! Вудс, я не могу. У меня двое детей. Они... Хрен! Меня! Давай! Давай же! Твою жизнь поглотит чувство абсолютной потери. Тогда и только тогда ты поймешь, что ты сделал со мной. Я не убью тебя, мальчик. Как и Вудс, ты будешь страдать вместе со мной. И когда-нибудь ты снова увидишь этот кулон. И ты вспомнишь все, что видел и чувствовал сегодня. Ты вспомнишь все эти годы ярости и боли. И когда вспомнишь, Дэвид, прошу, приди ко мне. Папа! Нет! Папа! Ты ничего не мог сделать, Фрэнк. Ты ни в чем не виноват. Мы с твоим стариком были лучшими. И даже мы не смогли его остановить. Времена изменились, старик. Скоро ему конец.